Слышишь, не жалко, не надо. Всем привет, с вами Миха и Дмитрий Кузьминюк. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив 9-го автобусного класса. Автобус следует по маршруту 217 до конечной остановки 14-й квартал Ленина Дачного. Следующая остановка – Пролетарский проспект, дом 33. Сиванская, да, я понял. Если хочешь, можно парами пройти, посмотреть, что там нет. Да нет, я понял. Пойду 20 минут, так, бегом. И все. До Царицына добежишь, не добежишь, да ты? Ты добежу. Чего не добежать? 20 минут идти. Добегу, да. Чё, не дойдём, что ли? Дойдём.
с посмой подойдет, твой ключ или нет. Что ты сейчас не видел? А в этих домах, а в этих небось будет? Да нет. А я не видел, не был, зачем? Нет, там же похоже было. Здесь не работал. Вот этим смотри. У нас так и в районе есть. Это будет собак. Нет, ну так и похоже было. Но здесь я не был. Вон, если в пятиэтажных есть лифт, как это только в центре Москвы. Есть вот? Есть только в центре Москвы. Зачем это снимать? Ну не знаю, это будет бомба. Дальше не писал. Хорошо в этих XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL. Блин, тут смотрю кнопки слушай как. Угу.
Нет, сложно. Ну, если обратно буду, если пойду, значит, сними это. Все, Полный аккумулятор. Ну да, я полностью взял. Севанская улица. Следующая остановка. 14-й квартал Ленина Дачного. При выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности я бы Понял.